Мне нравится помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Когда я вижу, что в их жизни что-то меняется к лучшему, для меня это лучшая награда. Мое детство прошло в городе Пинск, где, собственно, я выросла, окончила школу. В школьное время меня интересовали такие дисциплины, как русская литература, белорусская литература. В принципе, гуманитарные дисциплины. Посещала кружки. Особенно мне нравилось танцевальный кружок. Была ведущей школьных мероприятий, ведущей линеек. Участвовала в конкурсах городских, представляла свою родную школу на этих конкурсах. И, в принципе, такую всегда активную позицию занимала. Свой выбор профессии я могу объяснить, наверное, своими личностными качествами, такие как справедливость, желание помочь людям. Всегда это было у меня так ярко выражено, когда мне хотелось даже в ситуации, которая меня не касается, разъяснить, помочь там, где-то в классе своим одноклассникам, у которых сложился спор. Получив высшее юридическое образование, я недолго медлила с выбором места работы. Приняла для себя решение, что хочу идти работать в милицию. Выбор пал на инспекцию по делам несовершеннолетних, так как я считаю, что здесь я получу колоссальный опыт. Работа с несовершеннолетними достаточно интересная, сложная, но интересная в то же время. Мне интересно разъяснять им то, что уже известно мне, но еще неизвестно им. Объяснять, что хорошо, что плохо. Да? То есть, если мы говорим о детях помладше, и глаза вот эти вот большие на элементарные для меня вещи, это, конечно, так очень интересно. Работа с родителями – немаловажная работа, потому что там все-таки люди уже и старше меня, да, но при этом приходится разъяснять им о том, что где-то при воспитании детей они, может быть, чем-то неправы, или нужна какая-то подсказка для того, чтобы найти контакт с несовершеннолетним, который в семье закрылся для родителей. И ты выступаешь вот таким вот третьим вот лицом, который примеряет. Человек очень деятельный, очень трепетно относится к детям. И при рассмотрении материалов, которые поступают к ней на изучение, она очень четко и ясно ставит вопросы, которые необходимо разрешить. А наш участковый инспектор по делам несовершеннолетних Петросян Алина Серпуна регулярно посещает школу, проводит с ребятами профилактические мероприятия, как массовые в актовом зале эти лекции, так и индивидуальные практические. Дети относятся положительно, знают в лицо, доверяют и всегда плодотворно вместе работаем. Помимо работы веду активный образ жизни, занимаюсь фитнесом. В планах на будущее и далее проходить службу в милиции, набираться опыта, а мне есть еще куда стремиться и чему учиться. Помогать нашим детям, нашей молодежи в сложных жизненных ситуациях. Спасибо большое, Алина Серповна, то, что вы мне помогли, дали правильный совет без камер, да, это очень правда, и я очень благодарна, и что, так скажем, мы с вами познакомились.